Я оставлю подарок здесь. Мне пора. Не уходи так. Кое-кто еще не пришел. А перед уходом надо поесть. Мама, сестра, у меня дела в компании. Я пойду. Приятного аппетита. Цзанлань, идем. Что думаешь о словах Лу Ванчжоу? Согласна? О чем? Заведем детей. Мама права. Давай не будем заводить детей. Вчера я не предохранялся. Я приняла таблетки. Умница. Ну что, куда поедем? Мне пора на работу. Чи. Ее зовут Лан Лань. Лан Лань теперь будет жить в нашем доме. Будешь старшим братом, и тебе нужно беречь младшенькую. Младшая сестра? Теперь у меня есть младшая сестренка. Я буду твоим братом, и всю жизнь буду заботиться о тебе. Похоже, клятва была дана, чтобы быть нарушенной. Приехали. Ачи! Ты снова с этой немой?